Нравится? Очень. Спасибо тебе большое. Знаешь, я думаю, она очень хорошо подойдет к моему плащику. Аня, тебе все идет. Ты у меня такая красивая. Я так счастлива, что ты у меня есть. Папка! Мы вас никак с мамой догнать не можем. Анка, привет! Здравствуй, дорогой. Привет. Как вы здесь оказались? А мы вот провожаем Аню к метро. Зачем? Она мне очень помогла. Я ее в магазине встретил, когда тебе подарок выбирал. Хотел сюрприз сделать. Не получилось. Аня, ну, покажи, что мы выбрали. А, да. Ой, как трогательно. Подержи. Спасибо, девочка моя. У тебя прекрасный вкус. Да, только сюрприза не получилось. Я пойду. До свидания, девочка моя. Маме привет передай. Спасибо за помощь. Ну, пока-пока. Пока. Это ж надо. В магазин зашел и смотрю, стоит. Сергеевич, я уже все сказала. Я думаю, Москва вполне справится без меня. Да. Я люблю свою больницу, я здесь на своем месте. И меня вполне устраивает зарплата. Не нужно хмыкать, Юрий Сергеевич. Спасибо за предложение. Нет. Здравствуйте, Екатерина Семеновна. Здравствуйте. Как вы? Сегодня получше уже. Ну, хорошо. До завтра, да? Спасибо. Дмитрий Сергеевич, если что, я на звонке. Хорошо? Хорошо. О! Хлеб принесли, хлеба в доме, не крошки. Это что? Кать, ты дикая совсем. Черный хлеб. За черным сам сходишь. Мне сам. Так уже руки отваливаются. Мам, давай я сбегаю. Нет, ты будешь математику сейчас делать. Вот, всех построю. Сразу, по струнке. Мать твоя не такая была. Была, пока ты в могилу не слил. Ну, полегче, за языком следи, могилу. Мы отлично жили, душа в душу. А ты вот своими фокусами из нее ведро крови выпила. Убогой. Нормальный мужик был. Нет, не понравился, выгнала отец свой. На ребенка стала безотцовщиной. Как вот матери твоей на это смотреть? Приятно? Я не безотцовщина. Матери приятно было на рожу твою пьяную смотреть. Дал же Бог отчима. Отчим тебе плохой. Плохой отчим. Я тебе кормил, поил. Воспитал как человека, как родной отец. В люди тебя вывел. Ой, не начинай, пожалуйста, в люди он меня вывел. Собутыльники, что ли, люди твои? Баб начал водить. Баб? Ну, не баб, а подруг. Я еще живой человек, между прочим, пока. О, так, Владенька, иди в свою комнату, делай математику, я постираю и приду не, помогать. Не, не постираешь. Ну? Там Юлька свои шмотки стирает. Какая Юлька? Новая хозяйка в моем доме, да? В моем, Катя. Ну, в моем. Что ты милишь? В нашем, Катя. В нашем. Твоего тут. О, Владик только. Владислав, руки в ноги и за хлебом. Бегом, марш. Стоп, 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 стоп. Математика, а не волк. В лес не убежит. Ну, куда он не пойдет, понятно? Детка, а зал пойдет, значит, пойдет. Катюх, пивка хочешь? С рыбкой. Владенька, иди в свою комнату, пожалуйста. Ладно? Слушай, я же тебе книжку одну хотел. Ну не трогай ты пойдем его. Пойдем сейчас почитаем с тобой. Алло, Юрий Сергеевич, это Полуянова. Я согласна. Послушайте, ну неужели вы не понимаете разницу между знакомством в интернете и грамотным агентством? Ну в интернете это ведь кот в мешке, а я отвечаю за каждого своего клиента.
Я вас буквально за ручку веду от подбора анкет до первого знакомства. Какой офис? Зачем? Ну нет у нас офиса. Это вообще вчерашний день. Слушайте, вам шашечки или ехать? Привет. Представляешь, теперь в Гондурас можно без визы ездить. Очень актуальная информация. Ну что, теперь можешь брать маму смело в Гондурас. Где она, кстати? Сказала, хочет по магазинам пройтись. Опять, что ли? Это уже похоже на болезнь какую-то. Раньше за ней шопоголизма не замечалось. Шеф, ну ты же психолог. Должна понимать, что человек вышел на пенсию. Нужно как-то адаптироваться в новых реалиях. Ну, скучно это, понимаешь? Кому скучно? Тебе, Ксения. А ты сходи в бутик рядом с кулинарией открылся. Там зеленые туфли видела с открытыми носами. Мам, какие туфли? Ты о чем вообще? Мам, без этого проблем хватает. Да, слушаю. Да, Антон, здравствуйте. Ну, конечно, конечно, я вас узнала. Так. Да. Ага. Антон, в любом случае, спасибо вам большое за информацию. Я сейчас не готова просто дать ответ. Я вам перезвоню позже, ладно? Спасибо. Очередной поклонник. Да нет, это клиент давнишний. Предлагает мне квартиру под офис в аренду. Дорого? Да нет, говорит, недорого. Надо подумать. Хотя странно, с чего это он вдруг вообще моими делами заинтересовался. Я все решила. Ну это же бред. Ну что ты там собираешься делать в этой Москве? Я буду работать. Аня, милая, это совсем не так просто, как тебе кажется. И потом, что за спешка? Какое-то не пойми, откуда взявшееся наследство. Какая-то квартира, извини, но это похоже на какие-то девичьи выдумки. Это не выдумки, Игорь. Я действительно уезжаю в Москву. И делаю это в здравом уме и трезвом рассудке. Аня, ну от кого ты бежишь? От меня? От меня, допустим, у тебя получится. От себя. Не могу, правда. Это некрасиво, это нечестно, это плохо. Ты никогда не уйдешь от своей жены и сделаешь правильно. Да нет, Анюта, девочка моя, я не могу без тебя. Я решу все вопросы. Обязательно. Ну, если я ей не отвечу, она не даст нам поговорить. Да. Да, скоро буду. Я тут неподалеку, скоро буду. Нет, не забыл. Аня. Твоя дочка моя подруга. Я больше не хочу никого обманывать. И не буду. Дом? Дом как дом.
Владик, давай шевелись, а? Ты еще ехать не хотел. Приехали, так и увидим. Мам, да ты что? Смотри, как классно. Владик, давай, пожалуйста, без иллюзий, ладно? Я тебе говорила, что квартиру мне снимает новая работа. А сколько я проработаю в Москве, это никому не известно. Давай, иди. Новый офис, а значит, новая жизнь нашего врача. Мама, какая квартира? А так, квартира 231. Первые клиенты на новом месте сначала немножечко поработают грузчиками. Так сказать, тренинг для будущих мужей. Каких еще мужей? Здесь что, дом свиданий, что ли? Угадали. Девушка, да, вы меня простите, мы с ребенком можем как-то в свою квартиру попасть? О, соседи, значит. Тебя как зовут? Владик. Я Ксения. Очень приятно. Покажи. Скажите, это уберет кто-то или нет? Сейчас все уберем. Помогите, пожалуйста, а то женщина переживает. Да, конечно. Проходи. Я слышала, что москвичи бесцеремонные, но не до такой же степени. Да, быстрее. Да. Мам, тут даже шведская стенка есть и канат. Да? Странно, они же не знали, что я с ребенком. Тебе что, не нравится? Чего не нравится? Нет, нравится, нормальная квартира. Не нормальная, а отличная. Владик, давай без щенячьих восторгов, ладно? И помни, пожалуйста, что все это временно. Так, мне пора. Ты можешь хотя бы свои вещи разобрать? Мама, может, я к нам в магазин схожу? Куплю чего-нибудь на ужин. Ну, как ты сходишь? Ты же ничего здесь не знаешь. Мы же проходили. Рядом с остановкой я супермаркет видел. Точно? Точно. На, держи. Будь осторожен, чужой город. Понял? И, пожалуйста, не потеряй ключи. Мама, ты когда придешь? Владик, я первый раз иду на новую работу. Когда приду, не знаю. Я тебе позвоню. Ладно? И, пожалуйста, не общайся с этой хамкой. Дал же Бог соседку, а? Целую. Да была же здесь девушка. Девушка, это долго будет продолжаться, а? Господи, да чего вы так нервничаете, да? Ну, обустраиваются люди. Ну что, вам не приходилось что-то? Доставлять неудобства другим? Нет, вы знаете, не приходилось. Да что вы говорите? А чего это тут? О, еще один сосед. Слушай, может, принесешь отвертку какую-нибудь? Тебе надо этому монстру ножки открутить. Отвертку? Ну да, или что-нибудь вроде, а то у нас тут дама очень нервничает. Ну, сейчас поищу. Спасибо. Вот это настоящий сосед. Это я понимаю. Не то, что некоторые. Значит так, здесь за стенкой будет жить ребенок. И чтоб без оргии, понятно? Вместо жены нашли диван. Очень смешно. Здравствуйте. Мне нужен ясный проезд, дом 17. Знаете? Найдем. Все, Ксения Николаевна, справился? Ну что ж, прекрасно. Но фотографии нужны обязательно. Хорошо, вам пришли. Ну что ж, будем на связи? До свидания. Всего доброго. До свидания. Ну что, помощь нужна? Нет, спасибо. А я тоже вроде все. Ой, какой ты молодец. Спасибо огромное. Слушай, мы же так и не познакомились. Я Ксения. Митя, Дмитрий. Очень приятно, Дмитрий. Ты здесь живешь? С мамой и папой? С отцом. Ясно. А у нас вот тут будет брачное агентство. Да, я понял. Ну, тебе, наверное, это еще рановато, но визитку можешь взять, да? Вдруг вам папе пригодится. До свидания. Спасибо, Дмитрий. Если что, буду обращаться к тебе за помощью. Ага. Ну что, анкету заполнили? Девушку своей мечты описали? По-моему, я ее уже нашел. Это вы. Вы глупости не говорите. Пишите, давайте. Как скажете. Екатерина Семеновна, как долетели? Нормально. Проходите, присаживайтесь. Спасибо. Ну, а я, тот самый Кречетов Юрий Сергеевич, который достал вас по телефону. Как квартира? Как устроились? Нормально, спасибо. Что вы такая невеселая?
Почему? Я всегда такая, Юрий Сергеевич. Я работать приехала, поэтому вводите в курс дела, я готова приступать. Ну, не так сразу. Может, чаю? Извините. Да. Кречетов. Ага. Ну, сейчас распоряжусь. Да. Извините, работа. Угу. Алло, Анжел, слушай, ну у нас проблемы, перитонит привезли, а у нас дежурит сегодня этот вчерашний студент. Как-то не очень я ему доверяю. Он тебя отгул. Ну ладно, привет шашлыкам. Вот так, полно врачей, а операцию сделать некому. Давайте я прооперирую. Прям так? С корабля на бал? Ну, конечно. Вы же приглашали меня как хорошего хирурга. Ой, как хорошего, как классного. Наслышанно о ваших подвигах. Говорят, вы чудеса творите. Так, давайте ваш перитонит, я готова. Пойдемте. Пойдемте. Вообще, я учитель математики. В колледже преподаю. Я тоже преподаватель. Русская литература. Ух ты, так мы коллеги. Меня Олег зовут. Я Аня. Очень приятно. Очень приятно. Интересно. Вы мой первый знакомый в Москве. Так, стоп. А вы к кому приехали? Никому. Я квартиру в наследство получила. Ничего себе. Я вас поздравляю, это здорово. Спасибо. Да, мам, магазин нашел, все купил. Мам, я понял, делай свою операцию. Не волнуйся, пока. Молодой человек. Простите, пожалуйста. Рима, вы знаете, по-моему, это наш новый сосед. А вы откуда знаете? Дело в том, что я шпион. У меня есть данные о том, что в этом подъезде должен был поселиться доктор. А я только что от вас слышал слово «операция». Как вам кажется, все сходится? Сходится. Мы из Новосибирска прилетели. А как тебя зовут? Владик. Владислав. Угу. Скажите-ка мне, Владислав, вы в компьютерные игры играть любите? Люблю. У меня к вам есть предложение. Мне известно, что в этом подъезде проживает молодой человек по имени Дмитрий. Я думаю, что он будет вам хорошим компаньоном в компьютерных играх. Я надеюсь, вы не возражаете? Да нет. Рим. Давайте переделаем наши планы. Дайте-ка мне ключи. Я поеду один. Вы, пожалуйста, представьте молодых людей друг другу. Я желаю вам всего хорошего. До свидания. До встречи. Как отказываться? Почему? Я не знаю, почему. Говорит, что не будет подписывать согласие на операцию. Ну что же делать? У него же совсем критическое состояние. Не волнуйтесь, я сама с ним поговорю. Спасибо вам еще раз, Олег. Может, я вам все-таки заплачу, как-то неудобно получается. Очень даже удобно, Аня. Давайте. Так как я ваш единственный знакомый в Москве, обменяемся телефонами. Извините. Спасибо вам еще раз. До свидания. Извините, а это второй подъезд? Да, вы не ошиблись. Спасибо. Давайте я вам помогу. Благодарю. Ну что, молодые люди, можете мне помочь? Штору надо повесить. Тут как раз вдвоем справимся. Рим, я не могу, я занят. Я умею. Я маме дома вешаю. Молодец.
Митя. Ладно. У вас квартира на этом этаже? Да. Это значит, мы соседи. Давайте знакомиться. Давайте. Меня зовут Роберт Георгиевич. Очень приятно, Аня. Если у вас будут вопросы, вы обращайтесь, пожалуйста. Буду рад помочь. Я живу вот в этой квартире. А ваша какая? А, 233-я. Пожалуйста. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. Мамуль, ты меня видишь? Смотри, в общем. Вижу, доча. В нем можно жить. Чересчур. Смотри, у меня тут стенки стеклянные. О, да. Пойдем, я тебе спальню покажу. Какая квартира, все есть. Смотри, какая постель огромная. Да, обстановка хорошая. Разве странно? Я думала, если у нас есть, значит, мебель должна быть старая, а тут все новое. Смотри. Что-то я беспокоюсь. Это же огромных денег. Ты вообще очень странно. Я только однажды от своего папы слышала, что у него есть троюродный брат в Москве. Но он с ним никогда не общался. Боже мой, ты меня слышишь? Ну и почему именно тебе это наследство? Ну, потому что я у тебя вот такая вот везучая. Анечка, ты все-таки проверь все как следует. Ну, позвони в эту юридическую фирму, узнай, что нужно оформить. Не откладывай, прямо сейчас позвони. Ну все, я тогда отключаюсь. Целую звоню. Тебя, мальчик. Люблю, пока. Пока. Здравствуйте. А я вот звоню в юридическую фирму «Сентябрь». Какую фирму? А у меня вот тут визитка, юридическая фирма «Сентябрь», улица Академика Орлова, дом 21. Адрес наш, но никакой юридической фирмы тут не было и нет. Алло. Здравствуйте. Здрасте. А я ваша новая соседка. У вас ножниц нет случайно? А, вы знаете, я сама сегодня только переехала. Есть ли только маникюрные? А маникюрные тоже сойдут? А, сейчас. А говоришь, только переехала, я тоже. Ничего, что я сразу на «ты», меня Ксюша зовут. А, сейчас. А, вот. А я Аня. Очень приятно. Очень приятно. Ну, ладно, достань. Аня? Если будет время, вечером заходи, здорово. Ладно? Хорошо. Спасибо за ножницы. На здоровье. Давай, твой первый ход. Только руку не отрывай, понял? Угу. Так. Ты в кино ты любишь ходить? Конечно. А что тебе больше нравится? Блокбастеры. Американские. Ну и наши, если комедии. Понятно. Митька вон у нас тоже блокбастеры американские любит. Правда, Мить? Говорит, что любит. А с кем ты любишь больше ходить? С мамой, с папой? С папой. Мама занята всегда. И вообще она считает, что лучше книжки читать. Ну, тут я с мамой согласен. Это и правда лучше. А ты ее слушаешься? Ну да. И никогда не ругаешься, не ссоришься? Да нет. Только когда она первая начинает. Например, из-за уроков. Раньше у меня уроки бабушка проверяла, а потом она умерла. Ну, а бабушку ты любил? Любил. Она тоже строгая была. Мне вообще с мамой очень похожи внешне-то.
Да, это я приняла решение прооперировать пациента Щеглова, потому что была прямая угроза его жизни. Сейчас при смерти лежит. Я его вытащу. Вытащи там. Не успели появиться, уже хотите клинику под монастырь подвести? А я что-то не понимаю, Юрий Сергеевич, для вас что главное, клинику под монастырь не подвести? Или все-таки спасать жизни людей? Наша задача все делать по закону. Вы нарушили все, что можно. Почему не было консилиума? Где согласие больного на операцию? Мне что, теперь его подпись подделывать? Вечно своими блатными проблемами. Что? Почему с блатными? За меня что, кто-то просил? Я кроме вас здесь, Юрий Сергеевич, никого не знаю. Знаете что, вы идите к больному и сидите там. Нет, секундочку, я его прооперировала, сидеть я с ним не обязана. Вы не ответили на мой вопрос. Почему вы назвали меня блатной? А я не обязан отчитываться перед вами. Да, мам. Ты скоро? Владик, у меня тяжелый больной. Я до утра в больнице. Хорошо, мам, я понял. Позвони мне перед сном. Что-то случилось? Маме надо с больным до утра остаться. Ну, ничего страшного, побудешь у нас до утра. Пойдем поужинаем. Да нет, спасибо. Неудобно. Неудобно на потолке спать. Понял? Пойдем руки мыть. Дмитрий, заканчивай со стрелялками. Пойдем поедем. Иду. Опять по привычке не делят. Так это вы? Наверное, я. Я сначала эту вашу квартиру, 232-ю, купила. А потом мне ее выкупили. Для вас, стало быть. Как интересно, а кто выкупил, не знаете случайно? Это сосед ваш, вот. Он здесь, 230-й живет. Сосед? Добрый вечер. Здравствуйте. А мне сказали, у нас тут теперь будет агентство одиноких сердец? Вроде того. А вы не знаете, а кто вот эту квартиру выкупил? Ну что вы, деточка, я чужими делами не интересуюсь. Просто я только что узнала, что это сосед как раз из вашей квартиры. Понятия не имею. Я потом, знаете, это он для вас сосед, а для меня работодатель. Я ведь здесь не живу, только служу домработнице. Прошу вас. А помнишь, Рая, Ксюха была маленькая, мы ее была уложим. И даже телевизор не включаем, все говорим, говорим. Куда все девалось, Рай? А что ты мне можешь новенького рассказать? М? А я тебя. Ксюш, наговорились. Ну ведь думаешь ты чего-то, чувствуешь. Угу. Чувствую. Как будто мне внутри 25, а на самом деле 55. Ну, это весь сказ. Что тут говорить? О, привет. Родители. А вы чего такие приунывшие? Да нормально. Ты как? Как новый ус? Все хорошо. Голодная, как собака. Положи себе, пока горячая. Ну, а ты с арендодателем встретилась? Бумаги все подписала? Слушайте, по-моему, соли не хватает. А я вроде солила нормально. Офис как? На год, больше. Можно, кстати, еще даже и перчику добавить. Хватит, хватит, вредно. Мам, зато вкусно. Пап, да все нормально, мне просто скучно рассказывать. Не ешь давай. Папа, ты живи, работа. Молчу, молчу. Так ты что, у соседей ужинал? Ну да, они вообще отличные. Особенно дяденька. Уже значит дяденька. Пап, дом старенький. Ну и мама у нас не такая уж молоденькая. Ты же сам знаешь, ее вообще никакие дяденьки не интересуют. Папа, может, ты приедешь?
по Москве погуляем. Могу через месяц приехать, когда отпуск будет. Только мама ведь ругаться начнет. Не начнет. Может, я к тебе? Это у мамы надо спрашивать. Ладно, давай, спи. Пока, пап. Да, Владик. Мам. Все, я ложусь спать. Не волнуйся. Хорошо. Молодец. Спокойной ночи. Спокойной ночи, сынок. Отлично. Поздравляю. Юрий Сергеевич, поздравляю с Новым годом. А я просто сделала свою работу. А вот теперь скажите мне, почему же я блатная? Кто за меня хлопотал и зачем это было нужно? Вы знаете, лишняя информация, она усложняет жизнь. Роберт, вы точно решили именно сегодня? Ну, а чего тянуть-то? Готов? Даже если не готов, ради этого все вестивался. Доброе утро. Доброе. Роберт, познакомьтесь, это ваша новая соседка Ксения, хозяйка брачного агента. Очень приятно. Рад знакомству. Прекрасно. У кого-то прачечная, у кого-то фитнес-клуб, а у нас брачное агентство. Красота. Погодите, а вы, значит, тот самый сосед из 230-й квартиры, да? Тот самый это какой? Загадочный. У меня вопрос к вам будет. Ну, я простите, Ксения, я сейчас тороплюсь. Вернусь вечером, отвечу на любые ваши вопросы с удовольствием. Знаете, даже если без удовольствия, все равно придется. Я настырная. Едем к нему. День. Здравствуйте. Если я правильно понимаю, вы наш новый хирург? Екатерина Семеновна Полуянова. Да, это я. Ну, а я, как говорится, владелец всего этого хозяйства. Шатов Роберт Георгиевич. Здравствуйте. Мне очень приятно. Приятно познакомиться. Вы присаживайтесь. Спасибо. Я ведь в прошлом тоже врач. В 90-е годы пришлось заняться небольшим медицинским бизнесом. Все сложилось удачно, но и в результате получилось то, что вы видите. Ну, у вас очень хорошая клиника. Оборудование просто прекрасное. Спасибо. Мне приятна такая оценка специалиста. Скажите, я могу задать вам один вопрос? Конечно. Роберт Георгиевич, как так получилось, что меня сюда пригласили? Кречетов вам не объяснил? Нам нужен был хороший хирург. Мы мониторили по всей стране, остановились на вашей кандидатуре. Ну, эту версию я уже слышала. Может быть, правда, для разнообразия? Почему вы решили, что я говорю неправду? День добрый. Добрый. Вот. Екатерина Семеновна, я думаю, что сегодня вы вполне можете идти домой отдыхать. Спасибо. Да, хорошо. Спасибо. Вы только не ответили на мой вопрос. Какой вопрос? Давайте мы все вопросы и ответы перенесем на завтрашнее утро. Давайте. Всего доброго. До свидания. До свидания.
что ты себе позволяешь? Что ты опять поперек батьки влез? Ну, ты мне, слава богу, не батька. Ну, ладно, ты поговори у меня еще. Ладно, не обижайся. Смотри, что тут у тебя. Ксюш, стой. Что такое, устала? Угу. Не останавливайся, переходи на шаг. Дыши. Так. Ксюш, а ты веришь в совпадение? А? Ну, с точки зрения науки, случайных совпадений вообще не бывает. Все в жизни взаимосвязано. То есть, если тебе кажется, что совпадение – это не совпадение, значит, так оно и есть? Точно. Только это может открыться не сразу. Ой. Господи, как ты вообще решилась одна в Москву переехать, такая инфантилка, а? Родители не возражали? А у меня мама была не против, а папы я никогда не знала, так что нет. Ладно, получила наследство. Правда, еще пока неизвестно от кого. Но переезжать-то сразу зачем? У меня там ситуация личная была. Нужно было с человеком расстаться. А, большая любовь, да? У тебя что, никогда не было большой любви? Была. Очень большая. Но он сделал мне очень больно. А я все равно еще похожего на него и не нахожу. Зато теперь устраиваю счастье других. Отдышалась? Побежали. Все нотариальные бумаги заверены. Можно ехать. Роберт, не волнуйтесь. Я верю, все будет хорошо. Владик, ты слышишь меня? Влад, ты опять в планшете? Да я только погоду посмотреть. Ну какую погоду? Ну что ты врешь все время? Влад, у тебя список литературы на лето огромный. Две хрестоматии читай. Ты вещи можешь в шкаф убирать, а? Чего такая сердитая? Как там у него в работе? Они увидели, какой ты классный хирург? Да, классный. Блатной. А это как? Никак. Влад, вот скажи, ты утром проснулся, ты что полезного сделал, а? Ну, если ты кровать даже заправить не можешь. Ты чего кричишь? Сейчас заправлю. Владик, ну прости меня. Малыш, ну прости. Мам. Митя говорит, здесь школа классная. Совсем недалеко. Директор, мужик, прикольный такой, с бородой. А у нас в школе одни тетки работали. Не тетки, а женщины. И вообще не исключено, что в этой школе ты учиться не будешь, мы уедем. Почему? Потому что я не понимаю, что здесь происходит. И никому и нигде не позволю называть себя блатной. Интереснее, интереснее. Так получилось, простите. Владик, я тебя и твою маму приглашаю к себе в гости. Ты поиграешь пока с песней. А нам с мамой нужно поговорить. Не возражаете? Прошу вас тогда, проходите, пожалуйста. Здрасте. Здрасте. Дорогие соседи, я понимаю, что у вас есть вопросы ко мне. Я готов на них ответить. Прошу к себе в гости на чашечку чая. Пожалуйста, проходите. Прошу вас, проходите. Сейчас, наверное, мы получим ответы на свои вопросы. Лукьянова Екатерина Семеновна. Квартира 231.
Кравец, Ксения Николаевна, квартира 232. Бельская Анна Робертовна, квартира 233. Это дарственные документы на эти квартиры. И с сегодняшнего дня вы их законные владельцы. Простите, пожалуйста, а кто нам это все дарит? Я. А вы кто? Я ваш отец, а вы, следовательно, мои дочери. Простите, пожалуйста, а чьи мы дочери? Можно еще раз? Да, пожалуйста. Мои. А, простите, я просто догадалась. У меня же просто отчество Робертовна. И Роберт Георгиевич в этом доме живет. Я как почувствовала. Так, я ничего не почувствовала. И отчество у меня, слава богу, не Робертовна. Да. Насколько я знаю, договор дарения не имеет своей силы, если тот, кому его дарят, не согласен. Так вот, я не согласна. Прошу прощения, всего доброго. Катя, не уходи, пожалуйста. Подожди. Катя, ну, у меня отчество тоже могло быть не Робертовна. Просто моя мама очень любила Роберта Георгиевича. А моя мама знать не хотела Роберта Георгиевича. Это правда. Она отказалась от алиментов, дала тебе новую фамилию и новое отчество, а мне категорически запретила видеться с тобой. Да. Я вижу, у вас тут все очень непросто. Но я уверена, что вы обязательно во всем разберетесь между собой. Я просто не очень люблю присутствовать при чужих разборках. Я никак не могу быть вашей дочерью. У меня с родителями все предельно ясно и замечательно. Видимо, тут какая-то ошибка вышла просто. Никакой ошибки. Мы с твоей мамой у меня был роман. И когда я узнал, что она беременна, я ушел из семьи. Да, бросил меня и мою мать.
Я никогда в жизни не думала, что встречу вас. Но тут родителя замучило любопытство. Кать, ну так нельзя. Он же твой отец. Нет, вы меня извините, это все какой-то бред. Он ко мне не имеет ни малейшего отношения. И у моей матери есть законный муж. Есть и всегда был. У меня есть мой папа. Второй мне не нужен. Спасибо большое. После того, как я ушел, Раиса приняла решение остаться с Николаем. А, видимо, чтобы ему родить вашего ребенка, да? Вы не говорите глупостей. Моя мать вообще не способна на обман, чтобы вы знали. Я прекрасно это знаю. Никакого обмана не было. Она обо всем рассказала Николаю. Николай простил ее. Может быть, не простил, я этого не знаю. Это надо с ним разговаривать. Но во всяком случае, с той поры они жили одной семьей. Это правда. Да, подождите, подождите. Дальше. А дальше мужчина отправляется на приключения. Кажется, к маме Ани. Ну, не надо, пожалуйста, так говорить. Да, Роберт Георгиевич ехал в Ленинград. У него была командировка, они встретились и полюбили друг друга. И, между прочим, моя мама любит Роберта Георгиевича всю свою жизнь и вспоминает о вас только самое хорошее. Ну, это замечательно. У вас есть о чем поговорить. Так нельзя, это же жестоко. Почему человек не может через столько лет сделать для своих детей что-то хорошее? У него есть сын. Вот пусть он ему делает хорошее. Митя ваш младший брат. Ты так проиграешь. Митя, ты чего поддаешься? Не важно. Слушай, это надолго? Не знаешь? Не знаю. Но мне кажется, их там так много, что быстро поговорить с ним не получится. Понятно. Ну вот, поиграй пока один, не позвонить нам. В общем, разговор секретный. Ты понимаешь, да, не маленький. Личная жизнь. Так что надевай. Алло. Слышишь меня? Ты извини, тогда скайп отрубил, потому что отец пришел. А как вы нас нашли? Это было нетрудно. Соцсети. А Митя, он знает, что мы его сестры? Нет. Сегодня я собирался ему сказать об этом. Может быть, вернемся к главному? Вот этот вариант всем сестрам по серьгам меня не устраивает. Снимать квартиру на время работы еще куда ни шло. Но иметь эти хоромы в собственности я не хочу. А я тем более. Так что подарки из барского плеча, папочка, забери себе обратно. Девочки, ну, Роберт Георгиевич, он же от чистого сердца. Да все, я про это чистое сердце даже слышать больше не хочу. Сорвать меня с работы, обманом затащить в Москву, выставить посмешищем перед коллегами, это тоже от чистого сердца? У меня предложение. Давайте перенесем этот разговор. Продолжим его неделю через 2-3. Ну, значит, сейчас нам точно больше нечего обсуждать. Катя, что скажешь? Мне ребенка нужно ужином кормить. Владик, мы уходим! Вы не обижайтесь на них? Я не обижаюсь. Ты иди тоже. Мы с тобой попозже поговорим, если захочешь. Пусть время сделает свое дело. Мы устали, и нам всем нужно подумать. Да. Аня. Спасибо тебе большое. Просто я всегда мечтала об отце. Угу.
Роберт, пожалуйста, без разговоров. Юрий сказал, как только будет приступ, едем в клинику. Я уже позвонила, он ждет. Ну что вы, Рима, никакой это не приступ, вы сами прекрасно видите. Я действительно устал и понервничал сейчас. Ну, вот пускай Юрий нам и скажет, приступ это или не приступ. Давайте, поднимайтесь. Как думаете, Катя с Ксенией переменит решение свое? Ну, молодец. Вы все сделали правильно. Вы дали им время. Будем ждать. Мамулечка. Да, моя деточка. Ты только не волнуйся, ладно? Что? Аня, что случилось? Я должна тебе кое-что сказать. О, боже мой. Не, все хорошо, ты не волнуйся. Я просто так... Говори уже. Так рада. Я не знаю, обрадуешься ли ты, но я рада очень. Точнее, нет, я счастлива. Мам, не плачь. Надя, я очень тебя прошу, иди к себе в комнату. Получается, он мой дедушка? Получается, да. А мне он кто? Я не знаю, как себя вести. Если бы была жива моя мама, я бы спросила у нее. Она бы сказала мне. Но ее нет. Мам, бабушка же всегда говорила, что нам нужна отдельная квартира. Вот, есть теперь. Что есть? Что есть, ты понимаешь, я не могу это принять. Это как предательство по отношению к ней. Какой же он эгоист. Почему эгоист? Ты же говорила, что эгоист думает только о себе. Он вон о нас подумал. Он о себе думал. О нас нужно было раньше думать, когда он бросал меня и мою маму. А сейчас он вспомнил, что ему на старости лет стакан воды некому будет подать. Какой стакан? Ладик, это я так образно. Да, алло. Катя, это Юрий. Роберт устал нехорошо, они с Римой сейчас едут сюда, в клинику. Мне кажется, вам имеет смысл тоже подъехать и поговорить с ним. Что с ним? Подъезжайте. Жду. А где папа? Привет. У соседа. Интернет настраивает. Слушай, мам, ты меня никогда не обманывала? Ну так, по-крупному. Какая муха тебя укусила? Ну, конечно, нет. Ну, то есть то, что папа мне не родной отец, это неправда. Кто тебе сказал? Значит, правда. Так, такие вопросы не ставятся. Как это? А как этот вопрос должен ставиться, мама? Да или нет? Воспитал тебя, обожает. Ну, конечно, родной. Нет, не тихо. Папа! Чего шумим? Привет. Пап, неужели ты мне настолько не доверяешь, а? Ну, неужели ты думал, что если я узнаю, что ты мне не родной, я тебя буду любить меньше, пап? Коля, сядь. Доченька, я же тебе говорю, с наскоку такие вопросы не обсуждаются. Как еще им обсуждаться, а? Почему я за свои 32 года не могу узнать правду, а? Ну чего боялись? Ну какую правду? Кто тебе вообще это наплел? Да не важно, кто наплел, мам. Важно, что вы мне лгали всю мою жизнь. Пап.
Я... Мы боялись тебя травмировать. Травмировать? А, ну, то есть вот сейчас это самое время, да? Что в итоге стоит передо мной мужик в соседней квартире по имени Роберт Георгиевич и говорит, что вот он мой родной отец, пап. Да, мам, Роберт! Ты знаешь, он мне еще квартиру дарит. Это, видимо, такая вот моральная компенсация. Ты, может, он мне наврал все, а? Ну? Да нет, не наврал. Говори уже. Давай, сразу скажешь. Когда? В 5 лет? В 10? Ты же сам хотел семью. Ты хотел, чтобы у тебя была родная дочь. Вот получи. Господи, боже мой. Она же не простит. Ксюша, знаете что, дорогие мои родители, я считаю, что нам просто нужно взять паузу. Ну, так сказать, перезагрузить эту систему. Я временно поживу отдельно, и вы тут без меня. Поживите. Ксюша. Пожалуйста. Ксюшенька. Ксюша! Роберт, Роберт, он же обещал, он обещал никогда не впереда. Все, не истери, Рая. Никакой катастрофы еще нет, все образуется. Ну, она простит. Ты сам сказал, что не простит. Ну, подумай, ты простит, она девочка умная. Ах ты, боже ты мой, а. Столько лет жили. И хорошо жили. Катя. Не говори ничего о ней, Ксюша. Дай мне слово. Ну, врачебную тайну я умею хранить. Можете не сомневаться. Только я не понимаю, почему вы не хотите, чтобы они знали. Аня добрая девушка, Ксюша вспыльчивая, но, по-моему, тоже не злая. Не хочу и все. Не хочу. Чтобы жалели, не хочу. Хочу, чтобы все было по-честному, так, как будто ничего не происходит. А я и тебе ничего бы не сказал, если бы этот вот не влез. Опять поперек батьки в пекло. Кречетов молодец, правильно сделал, что сказал. Я же старше, как-никак. Вы уверены, что вам месяц остался? Меньше. Я знаю. Поэтому решили нас собрать. Когда узнали диагноз? Я и раньше хотел. Не получалось. Ну, а когда диагноз узнал, да, испугался, что не успею. Ты, наверное, иди, Катя. Чего там Владик один? Скажите, пожалуйста, на завтра 2 билета на какой-нибудь блокбастер. Ну, а на какой именно? Я не знаю, но то, что сейчас все смотрят. Это мальчишкам? Да, мальчикам. Мите и Владику. Да, хорошо, закажу. А как у вас дела? У меня? Да у меня нормально все. Точно? Спасибо, не волнуйтесь. Все хорошо. Всего хорошего. До свидания.
Пап, слышишь? Мама сказала, может быть, отсюда уедем. Может, оно и к лучшему, сынок. На рыбалку сходим. Пап, подожди. С кем разговариваешь? Мам, ты чего такая? Все хорошо. Все хорошо. Пав, тут мама пришла. Подожди, ты только не езди без меня на рыбалку. Пока, пап. Ладно. Если так не имется, можешь ехать домой. А я сразу Риме сказал. Нечего было сюда тащиться. Вокруг тебя умные, красивые женщины, а ты дурак. Сам ты дурак, Юра. Я не хотел, чтобы Катя знала. Как вот ей сейчас будет? Ей же трудно. Добрый день. Здравствуйте. Как вы? Замечательно. Вот лечащий врач домой отпускает. Катя, зайдите в 8-ю палату, там больная Никифорова капризничает. Хорошо. И что мне теперь делать? Мне кажется, надо принять подарок. Тем более, вы все знаете о болезни Роберта. Я даже не представляю, что бы сказала моя мама. Думаю, мама была бы рада, что отец вас не забыл. Ну, решать вам. Ну, а что? Что я могу решать, если человеку осталось жить всего ничего? Нет, ну а ты бы как поступила на моем месте? Я бы на твоем месте, Ксюш, подумала бы о родителях. Ты вообще представляешь, как им сейчас плохо без тебя? А мне хорошо? С людьми, которые меня всю жизнь обманывали. Может быть, они хотели как лучше? Роберт хоть правду сказал. Чужой человек. Единственный мне сказал правду. Ксюш, потому что он тебе не чужой человек. Ну, может, и верно он говорил. Взять тайм-аут и подумать. Эй, мы бегаем или как? Ксюш, да я с папой. Привет. Привет. Здравствуйте. Здрасте. Вы побегать собрались? Угу. Да. А у меня сегодня побегать не получится. Давай просто погуляем. С удовольствием. Мы в парк пойдем. Я всегда завидовала девочкам, которые гуляли со своими папами. Ты не сердишься на меня? Нет, конечно. Мы же теперь часто будем гулять? Да, конечно. А я вчера все рассказала маме. Что мама сказала тебе? Мама сказала, во всем тебя слушаться, что плохого ты не посоветуешь. В таком случае у меня к тебе предложение. Я отыскал одну очень симпатичную вакансию преподавательскую в колледже. По договору. Мы сейчас придем домой, я тебе дам ссылку. Посмотри, пожалуйста, там повнимательнее. Я думаю, тебе вполне может понравиться. Здорово. Спасибо. Ты что, в кино не хочешь? Что за прикол с мелкими в кино ходить? Знаешь, меня мама дома иногда соседом в кино отправляла. А у меня младший. Я в четвертый перешел, а он в первый. Очень интересно. Давай свели корнями. Чего? Иди, говорю, быстрее. Владик, вот тебе код брони.
Покажешь кассе, тебе дадут билет. Он по интернету уже оплачен. А ты? А я по почте подойду, у меня тут дело одно. Скоро подойдешь? Я подойду, не бойся. Ничего я не боюсь. На, вот купи себе там попкорн или чё. Митя, ты-то как билет возьмешь? Аня, а ты никогда не была за границей? Нет. Ну, наверное, хотела бы куда-то поехать. Куда? Ну, не знаю, не знаю. Игорь, это мой отец. Роберт Георгиевич. Это Игорь. Познакомьтесь. Отец? Да, так бывает. Очень приятно. Слышь, только попробуй кому-то сказать, что ты сейчас видел. Я тебя так вломлю. Еще посмотрим. Че сказал? Че слышал? А где ты так драться научился? Отец научил. А он у тебя кто? Охранник. И что охраняет? Банк какой-нибудь крутой? Неважно. А что он с вами сюда не приехал? В Москве охранники тоже нужны. Так они с матерью в разводе. Давно? Ну, примерно, как я в школу пошел. Понятно. Мои родители тоже в разводе. Интересно, сколько уже времени? Наверное, уже вечер. Теперь все время наше. Хлопот с этим филиалом где-то на полгода. Так что будем здесь вместе жить. И работай. Ой, я, кстати, тоже работаю на филиале. Мне папа помог. Буду вот. В колледж преподавать. Вот еще новости. Зачем? Тоже мне благодетель. Ну, он же хочет помочь. А где он раньше-то был? Нам не нужна помощь. И вообще, кто тут главный? Ты. Вот. Правильно. Так что будешь сидеть здесь и хранить домашний очаг. А ты совсем-совсем не будешь уезжать? Нет, ну как? На выходные-то вынужден буду домой мотаться, естественно. Почему естественно? Ну, потому что иначе как? Действительно. Как иначе? Здравствуйте, Аня. Здрасте. Вы себе не представляете, как вы меня выручили. На нас и новый учебный год, а студентам нужно сдавать хвасты до 1 сентября. А наш штатный педагог попал в больницу. Представляете? Скажите, вы когда можете выйти на работу? Хоть завтра. А что с ребятами мы должны пройти? Замечательно. Так, нужно группу задолжников прогнать по всей программе. Коротко. Вот методички. Постарайтесь, пожалуйста, сделать так, чтобы все задолженности были ликвидированы. Игорь!
А меня на работу взяли. Буду в колледже преподавать. Ребят, при сдаче готовить. Вот, методички дали. Ну, мы же с тобой договаривались. Никаких колледжей. Зачем ты вообще туда ходила? Ну, я решила посмотреть. Сходила, мне понравилось. Значит так, позвони и скажи, что ты передумала. Давай. Ну, я не могу, я же обещала. А мне ты обещала слушаться. Ну, что плохого в том, что я буду работать? Тем более, это не каждый день. Плохого то, что тебя совершенно не волнует мое мнение. А почему ты сумку собираешь? Сегодня же не пятница. Да, но у Ларки день рождения. Или ты считаешь, что я не должен ехать поздравлять свою дочь? На. Передашь Ларе, это ее любимые духи. Ты что, с ума сошла? А как я ей это объясню? Ну как? Я в Москве, ты в Москве. Встретились, я передала. Аня, ну ты хочешь, чтобы нас спалили? Лариса и так косо смотрит. Игорь! Ну все, малыш, все. Пока. Я туда и обратно. Вот видишь, понервничали, и голова раскалывается. Ну, прости. И таблетки? Нет, сын. Извините. О, Ксюш, у тебя случайно нет таблеток от головы? Нет, прости. Это одна из твоих сестер? Да, знакомьтесь, Ксюша, Игорь. Очень приятно. Рад знакомству. Ксюша, так таблеток нет? Увы. Уже и не надо, голова прошла, как по волшебству. Ксения, пожалуйста, позаботьтесь об Анюте. Она у меня такая не самостоятельная. Воспитаю как родную. Ну, счастливо оставаться. Пока-пока. Пока. Да вроде большой уже мальчик. Чего ты его как на фронт провожаешь? А, это тот самый, да? Из Петербурга. Ты же говорила, у вас с ним все кончилось. Ну, он приехал. Его фирма в Москве филиал открывает. И ты сломалась, да? Началось действие второе. Теперь он будет ездить туда-сюда, а ты душ по щекам размазалась. А как он может не ездить? У него вообще-то там семья. Действительно. Слушай, а может, давай клин клином, а? Что? Ну, давай, ну, приди ко мне, посмотришь анкеты. Он возвращается, а у тебя тут уже кавалер. Не надо мне никаких кавалеров. Да. О, Людмила Федоровна, какая молодец, уже ходите. Стараюсь. Как вы сказали, 100 шагов в день. Правильно. Значит, скоро домой поедете, будете с внуками гулять? Скорее бы, а то скучно тут у вас. Ну ладно, ладно, потерпите немножко. Я вам вот кроссворды принесла. Ой, Екатерина Семеновна, спасибо. Там есть сложно, если что, вам соседки помогут. Спасибо. Честный, ответственный, верный, надежный. Ой. Максим, здравствуйте. Это вас беспокоит Ксения Кравец из агентства. Да. Вы знаете, я советую вам приехать еще раз и переписать вашу анкету. Нет, вы замечательно указали все ваши положительные, уникальные качества. Но просто понимаете, к такому идеальному человеку подойти страшно. Да, было бы намного лучше, если бы вы могли указать хотя бы некоторые свои слабости. Ну, например, вы не любите разговоры по утрам до первой чашки кофе, а? Или, к примеру, вы не спортивны. Да, понимаете, вы бы сразу выглядели гораздо человечнее.
Нет, ну, конечно, можно это по почте, но было бы намного лучше, если бы мы смогли с вами встретиться и поговорить лично. Правда? Ну, замечательно. Здорово, тогда жду вас. Ага, на связи. Минуточку! Я бегу, бегу! Ксюш, не ругайся. Я мириться пришла. Мирись. Ну что ты такая колючая? У тебя уютно, дома хорошая. Где спишь? Угадай с трех раз. На диване я сплю. Ксюшенька, ну не сердись на нас. Да я не сержусь. Просто я действительно терпеть не могу вранья. Да вы же сами меня и учили. Главное — не врать. Выходит, всю жизнь только этим и занимались. Да нет. Просто когда ты появилась, мы поклялись друг другу, что я, ты и папа — родные люди. До сих пор так и жили. Хорошо. Ну, значит, вам так было комфортно. Мам, я же вас не сужу. Просто теперь мне нужно время остыть и подумать. Думай. Думай, кто же тебе мешает. Мусор все время копишь. Где у вас мусоропровод? На площадке. Мы с папой очень скучаем. Выброшу. На площадке? Мам, мам, да не надо, я сама выброшу, сказала. Куда собралась? А у меня сегодня первый день в колледже. А-а-а. Пап, спасибо тебе большое за помощь. Что ж тебе глаза-то невеселые? Да я волнуюсь немного. А что ж тебя Игорь не провожает? А Игорь, он в Петербург уехал. Как он тебе, кстати? Да я его видел всего 2 минуты. А вот то, что у моей дочери глаза невеселые, мне не нравится. Пап, ну, не ездить он не может. Ну, хорошо, хорошо. Ты машину водишь? Нет. Но, если честно, я всю жизнь мечтала. Отлично. Значит, будешь учиться. Возьмешь мою, а инструктора я тебе подыщу. А как я потом ездить буду? Я же Москву толком не знаю. Папа и Игорь, наверное, будет против. Что ты все время? Игорь, да Игорь. Ты сама-то где? Аня, ау, где ты? Ау, пап. Ну, ладно, я подумаю. Хорошо. Ну, а если у Игоря возникнут вопросы, присылай его ко мне. Пап, я все-таки не маленькая девочка. Правда. Ну, это я вижу. Ну, все, я пошла. Ты
изменился. Ты тоже. Прости меня. Очень неожиданно. Я у дочки в гости. У нее холодильник пустой. Хорошая квартира. Спасибо. Тебе спасибо. За то, что такую хорошую дочь вырастила. Тебе и Николаю спасибо. А ты сейчас куда? Хочешь подвезу? Да нет, спасибо. Я тут рядом Ксюши. Фрукты куплю, а то я черт знает что. Пока. О, все, домой? Да. Еще обед не наступил, а я уже свободна. Сын не поверит своему счастью. Есть два предложения. Во-первых, перейти на ты. Так, смелое предложение, предположим. И второе. Приглашаю тебя с сыном сегодня вечером поиграть в боулинг. Нет, Юра, это лишнее. Ну почему? А сам будет рад. Ты знаешь, я подумаю, тебе перезвоню, хорошо? Здравствуйте. Вы меня узнали? Я ваш первый знакомый в Москве. Олег, здравствуйте. А что вы здесь делаете? Преподаю математику. А вы? А вы, собственно, заменяете Ольгу Константиновну, верно? Угу. Да. Что-то случилось? Знаете, у меня сегодня первое занятие, консультация. Они просто какие-то... ненормальные. Ага. А что за группа? Подковыров и компания? Да. Они, ребята, нормальные, есть даже толковые. Не знаю, мне они показались какой-то стаей. Ну, знаете, наверное, вы им дали сбиться в стаю? Я дала? Аня, постойте. Всякие педагогические штучки, они же с опытом приходят. Пойдемте. Куда пойдемте? К ним. Будет ведь обидно, если ваш первый день будет последним. А на ловца и зверь бежит. Вот вы-то мне и нужны, Подковыров. Сейчас. Значит, занятия срываем. Что вам не понравилось? Да нет, Олег Вадимович. Просто смешно было. Смешно, значит? Представьте ситуацию. Идет экзамен по математике, а мне смешно. Представили? Что нужно сделать, чтобы реабилитироваться? Извиниться. Пожалуйста. Чего? Анна Робертовна. Извините, пожалуйста. Вот другое дело. Ну, ладно, забыли. Идите, занятие же еще не закончилось. Бегом. Ну все. Удачи. Спасибо, Олег. Не за что. Обращайтесь. Вы всегда можете меня найти на третьем этаже, 37-й кабинет. Мам, смотри, я суп сварила. Ой, какой ты молодец. Правда, из пакетика. Ну что, все равно молодец. Заливать? Нет, не надо. Я сама потом. Ты знаешь, сегодня один мой коллега пригласил нас с тобой в боулинг. Я же всегда в боулинг только с папой ходил. Значит, не хочешь? Не знаю. Это все равно, если бы папа взял на рыбалку другого мальчика. Ну, не хочешь, на самом деле я не хочу. Но с другой стороны, можно будет потом рассказать папе, как я сыграл.
Точно. Давай. Ну что, будем пробовать твой суп? Давай. Олег, спасибо вам большое. Они действительно стали шелковые. Не за что. А вы почему так задержались? А я проверяла письменные работы, чтобы домой не тащить. Да, да. Поехали. Вы что, меня специально ждали? Если честно, ждал. Поехали. Я даже адрес ваш запомнил. Ясный проезд, дом 17. Или под капотом делать нечего. Только вот ту синюю пробочку знать. Ага. Для залива омывающей жидкости. Так, понял. Двигатель разобрался. Вот эта труба вот, которая идет. Привет. Здрасте. А, знакомьтесь, это Олег, мой коллега по работе. Это мой папа, Роберт Георгиевич. Митя. Здрасте. Очень приятно. Здравствуйте. Машину давно водите? Да, у меня стаж 10 лет. Ну, может быть, вы вступите в наш семейный автомобильный клуб? Получите мою дочь вождение? Пап. Скажу по секрету, она очень хочет. Немножко побаивается. Я с удовольствием. Добрый вечер. Здравствуйте. Это Ксюша, сестра. Олег взялся обучать Аню вождению. Прекрасно. Аня, правда, стесняется. Ань, ты чего? С таким инструктором. Олег, не думайте ни секунды. Приступайте с завтрашнего дня. А клиента я беру на себя. А вы, молодой человек, куда направляетесь? В боулинг. Вот, кстати, просто сбылась мечта Роберта Георгиевича. Вся семья в сборе, да? Осторожно. Ну, я так понимаю, я вовремя? Мама. Очень приятно. Что ты здесь делаешь? Тебя сюда никто не звал. Ты здесь посторонний человек. Зря отпустила такси. А я прогуляюсь, я никуда не тороплюсь. Я тороплюсь. Уходи, Надь. Не трогай ее.
Что происходит? А не происходит ничего нового. Роберт Георгиевич считает, что Мите мама не нужна. Кто ему не нужен? Я не расслышал. Мать. Я Митина мама. Или для тебя это новость? Женщина, которая бросает трехлетнего ребенка, матерью называться не может. Уходи, Надя, отсюда. От греха подальше. Слушай. Тогда я тоже уйду. Ты что? С кем ты хочешь уйти? С ней? Она все эти годы видеть тебя не желала. Это все из-за тебя. Это ты не давал нам общаться. Кто тебе сказал это? Ненавижу тебя. Ненавижу. Я вас всех ненавижу. Пойдем, мам. И что же это было? Митьке было 3 года, когда она ушла к любовнику. И почти 10 лет даже не пыталась с ним увидеться. Но ведь она сделала то же самое, что и вы. Она мать. А вы отец. Я разницы не вижу. Действительно, они могли бы видеться, раз они этого оба хотели. Это если бы они хотели этого оба, но она-то этого не хотела. А сейчас ей нужен не ребенок. Ей нужен человек, которым она может манипулировать. Он ей нужен для каких-то личных целей. Она его использует. Она использует его, а вы нас. Только непонятно, зачем. Всегда были вместе. Чтобы вы понимали, что вы самые близкие, родные люди. Как же вы этого не понимаете? Ты не думай, а готовить умею. И посуду мыть. Да ладно? Да. Шутишь? Да нет. Во, мне повезло-то, а? Слушай, а где ж ты научился? У вас же вроде домработница была. Ну да, Рима. Ну так я у нее и научился. Скучно же целый день дома сидеть. Отец меня вообще никуда не отпускал. Ну да. Целый день дома — это жесть. Я по себе знаю. Но теперь-то все изменится. Теперь полная свобода. Ты взрослый человек. Идешь куда хочешь, делаешь что хочешь. Договорились? Ну, от тебя мне никуда и не надо. Мы ведь всегда с тобой вдвоем будем, да? Туда. Ну, ладно. Смотри. Слушай, мне нравится большой вот этот, да. Абсолютная провокационность. Ну. Здесь теперь твой дом. Там твоя комната, потом покажу. Ну? Знакомьтесь. О, отбила в неравном бою. Это Митя. Здорово, я Стас. Здравствуйте, Дмитрий. Я знаю, что привет. Дмитрий вскормленный в неволе орел молодой. Это Лена, наша со Стасом общая знакомая. Какой большой у тебя сын. Кстати, Надин, у меня прекрасные новости. Ленин папа согласился проспонсировать мое сольное выступление. Представляешь, он, оказывается, большой поклонник стендап-камеди. Да, Лен? Угу. Ну, так это же здорово. А что это значит? Ну, клуб арендовать и все такое. Угу. Мам, где тут руки вымыть? Прямо и налево. Круто. Пожалуй, мне пора. Я провожу. Кстати, удачи на материнском поприще.
Чай хочешь? Нет. Мама, этот Стас, он тоже актер? Да. Очень хороший. У меня к тебе просьба. Ты можешь называть меня Надей? Ну, по имени. А то так получается, что ты взрослый сын молодой женщины, понимаешь? Но потом мамка тебе не идет. Ты слишком большой. Ок? Ок, Надя. Владик, ты иди, я тебя догоню. Хорошо. Пока, дядя Юр. Пока. Я в следующий раз отыграюсь. Спасибо тебе. Я, знаешь, так переживаю, что он здесь скучает. А сегодня ему было хорошо. А тебе? И мне. Игорь, Костя! Ну зачем ты делаешь стрелки? Потому что тебе всегда нравились стрелки. Ну, хочешь, я переглажу? Спасибо, я уже опаздываю. Тебе совсем наплевать, как я выгляжу? Ну, оставь, я вечером пришью. Я же тебя просил. У меня сегодня важные переговоры. А когда ты вернешься? Ты меня душишь своим вопросом. Каждый раз душишь. Ну, я же должна знать. Ты ничего не должна. Но я все время должен отчитываться перед всеми вами, как мальчишка. Дай портфель. Пока. Пока. Вылезайте, я вас сфоткаю. Ксюш, нам нужно все еще разочек повторить. Да, зачем повторять? У меня и так ничего не получается. У тебя все получается. Только нужно смелее. Смелее? Это не про нашу Аню. Выходи давай. Ну, вылезайте, пока свет хороший. Улыбочку. Так, улыбайтесь. Осторожнее. Мама? Ничего себе. Что ты под колеса лезешь? Мама, что случилось-то? Ничего страшного. Здрасте. Здравствуйте. Спасибо. Пойдем. Простите, ребята. Ну, ты же сама говорила, что вы с папой хорошо жили. Ну, хорошо. Было давно. А теперь все закончилось. Это что закончилось? Нет, я понимаю, ты вышла на пенсию, ну, заскучала немного. Ничего не заскучала. Душно мне, Ксюша. Ну, ты когда еще с нами жила, еще ничего. Посидим, поболтаем. А без тебя тоска. Без меня тоска? С папой тоска. Слушай, если уж на то пошло, почему ты тогда вернулась к папе, а не осталась с Робертом? Ну, я подумала, раз он так легко бросил Катину маму, наверное, когда-нибудь так же легко расстанется со мной. И я останусь на бабах, а ты без отца. Ну, в общем-то, ты оказалась права. Как показала жизнь, Роберт ни с кем надолго не задерживался. Да. А папа твой очень хотел детей. У нас с ним не получалось. Папа исключительный человек. Когда узнал, что будешь ты, обрадовался, все мне простил. Слово поперек не сказал.
а сказал, значит, у нас будет дочь. У нас. И вырастил тебя, как родную. Ну, ведь действительно исключительно. А сейчас ты с ним за что так? Я с ним? Я с ним никак. Я сказала, что нам некоторое время надо пожить отдельно. Мне надо подумать. Я учусь. Надя, скажи, пожалуйста, ты ведь вот это вот все не потому, что здесь Роберт рядом? Ты что, Ксюш, как тебе не стыдно? Нет, конечно. В моем-то возрасте. Ты хочешь сказать, что я тебе мешаю? Я у тебя еще секретаршей поработаю. Привет чемпионам. Здрасте. Не здрасте, а здравствуйте. Куда едем? В ДНХ или в Сокольники? Никуда. Не понял. Что-то случилось? Случилось. Я хочу к папе в Новосибирск, а мама не хочет. Ты понимаешь, отец работает весь день, ну куда он поедет? Нет, у папы отпуск будет. Мы на рыбалку поедем. Мне кажется... Юр, ты лучше не вмешивайся. Нет, пусть это Юра скажет. Сын хочет видеть отца, это нормально. Мама, пожалуйста, отпусти меня к папе. Хорошо. Давай дождемся папиного отпуска, да? Ну что, Сокольники или ВДНХ? Сокольники. Да, я так и не понял. А что за Олег такой? А, это мой коллега по работе. И при чем здесь вождение? Это папа придумал. В общем, Олег будет учить меня водить, а потом я сдам на права тебя подвозить. Папа сначала тебе работу придумал. Я высказал тебе свое мнение, ты не послушалась. А теперь еще какой-то Олег с вождением. Слушай, ну, прекращай эти фокусы немедленно. Ну, Игорь, почему? У меня даже что-то стало получаться. Потому что я так сказал. Ну, что твой папа еще придумает? Нырять, с парашютом прыгать. Если не хочешь со мной поссориться, скажи этому Олегу, что ваши занятия закончены. Салфетку принеси. Пожалуйста. Пришел. Я тебе говорила, Витя хороший. Ты что принес? Здесь овощи и курицы, могу пожарить. Вот задача. Ставь себе на мороженое. Картошки сделать? Да. Я 100 лет не ел картошку. Мы только на ужин. Мы сейчас уходим. Ну хорошо. А вы куда? На Кудыкину гору воровать помидоры. Мы по делам, скоро вернемся. Ты не грусти. И не обижайся. У нас же полная свобода. Да. Ты помнишь? Для всех. Включаю тебя. Я пока ужин готовил. Наложился, вас ждал. А вы, кстати, уже ели. Ужинать поздно, поспим, тогда позавтракаем.
Привет. А что, Роберт к тебе совсем не заходит? То есть все-таки ты сюда перебралась ради него, да? Ну что с тобой? Я просто спросила. Да нет, не просто, мам, я же вижу. Ты что, всерьез решила начать с ним роман? Точнее, нет, возобновить 30 лет спустя. Это значит, с папой скучно, а вот с Робертом будет весело. Да нет, конечно, нет. Просто, когда я его увидела... Когда я его увидела, я захотела увидеть его еще. Что в этом плохого? А зачем? Вот зачем ворошить прошлое? И так уже разворошили, дальше некуда. Мам, давай каждый будет жить своей жизнью. Бывает, что жизнь меняется. Мам, не сходи с ума! А вдруг Роберту тоже чего-то не хватает в этой жизни? Если он узнает, что я готова сделать шаг ему навстречу... Чего в ужас придет, мам? Одумайся. Завтра у нас с тобой встреча в Минздраве, а послезавтра начинается конференция, ты помнишь? Скажи, зачем тебе такие нагрузки? Я съезжу, потом доложу. Ладно, Юра, оставь меня в покое. Делай то, что я тебя прошу. Мне жить у нас осталось меньше месяца. А дело не в проворот. И пока препарат действует, я буду делать то, что решил. И постараюсь успеть как можно больше. Мне он... Надежда Митю увела. И с девчонками ничего не складывается. Все, Юра, не мешай мне. Открой-ка мне письмо из министерства. Сейчас. Я спрашиваю, что это значит? Ну, это значит, что... Катя стала важным человеком в моей жизни. Это она с виду только такой сильный и неуязвимый человек. А на самом деле доверчивая и слабая, и любой проходимец может ее обидеть. То есть я, значит, проходимец? Нет, Юра, ты не проходимец. Ты бабник, был, есть и будешь. Это, конечно, твое личное дело, но только до тех пор, пока это не касается моей дочери. Мои отношения с Катей – это мои отношения с Катей. Тебя они не касаются. Я тебе все сказал. Понятно? А знаешь что? Я думаю, проходимцам и бабникам не место у тебя в клинике. Поэтому заявление по собственному желанию оставлю у секретаря. Привет, пап. Привет. Ну чего ты делаешь? Ну сажешь ведь так. Садись. Садись, давай, я сама поглажу. Пап, садись. Давай. Ну что, как там мать? Пап, ты должен приехать и забрать ее. От счастливого соперника, что ли? Да нет там никакого соперника. Пап, она с ума сошла. Ну, натурально. Вот просто сбрендила на старости лет. Но Роберту этому даром не нужна. У него своих проблем хватает. Ну, она-то так не считает, я думаю. Она вообще ничего не может считать. У нее с головой проблемы. Пап, ты должен вот приехать и просто забрать ее, как ребенка. Ксюша, Рая не ребенок.
Она сказала, что нужно уединиться, подумать. Видимо, действительно, я не тем человеком оказался. Плохо и со мной. Папочка, с тобой не может быть плохо. Ты же лучший. Ну, по крайней мере, для меня ты самый-самый лучший папа на свете. О, хорошо, что ты пришла. Проходи, пожалуйста. Нет уж, спасибо. У меня из-за вас родители разводятся. Ксюша, мне очень жаль. Жаль? Да вам ничего не жаль. Вы просто решили поиграть людьми. А вот и результат. Вы разрушили жизнь моих родителей. Я не так себе это представлял. Я не знал, что так получится. Я думал о будущем. Я думал о будущем каждой из вас, понимаешь? Мне хотелось, чтобы вы обрели друг друга. И... Вон оно что. А мы обрели только кучу проблем. Роберт, скажи, ты же... Ну, твоя жизнь не так удачно складывалась после нашего расставания. По-разному складывалась. А может быть, нам начать все сначала? Что? Снова быть вместе. Рай. Ты... Ты не отвечай ничего. Просто знай, что я рядом. Если бы ты знала, сколько ошибок я понаделал за свою жизнь. Я знаю. Может быть, не поздно что-то исправить? Может быть. Ты одна? Да. А у меня к тебе дело. Ты очень занята сейчас. У меня здесь есть трудности. Вот, посмотрите. Как такое может быть? Больному Ломакину назначили эти препараты и даже не проконсультировались с эндокринологом. Он же диабетик. Возможно, была устная консультация. Я понимаю, но мне нужна письменная. Я готовлю человека к плановой операции. Я с тобой согласен. Может быть, тебя тогда не затруднит обратиться к эндокринологу за письменным заключением? Да, конечно, меня не затруднит, но так не должно быть. Я согласен. Катя, вот это пациенты теперь тоже твои. Хорошо. Это же... Больные Кречетова. А он уволился. Как уволился? По-хамски. Бросил заявление на стол и ушел. Вообще заводить романы на рабочем месте – дело последнее. Oh.
Знаете, Рима, что я вам скажу? Прям как гора с плеч. Все оборудование наконец получили, уже монтаж начали. Меня не будет, а клиника вот будет работать. Я очень доволен. Что? Плохо поговорили с Катей? Нет, нет. Я подумал, что мне вообще не надо было становиться отцом. Не умею я. Без меня им всем жилось бы проще, они были бы счастливее. Роберт, не говорите глупости. Просто вы теперь действительно становитесь родными людьми, а у родных не бывает без трудностей. Да я уже об этом и не мечтаю. Главное, не случилось бы чего-нибудь непоправимого. Митя? Я, пожалуй, поеду за ним, пока не поздно. Роберт, не совершайте ошибки. Он должен вернуться сам. Ну, конечно, он же мужчина. Держи. Я же просил зеленую. Но я не успела постирать. И где ты умудрилась простудиться в такую погоду? Может быть, ты не поедешь тогда? Не может. Загородный корпоратив – дело святое. Шеф помешан на идее коллективного отдыха. Но не мыслит себя человек без бега в мешках и перетягивания каната. Ты что, хочешь меня в дезертиры записать? У тебя температура. Давай, ложись. Давай, давай. Вот так вот. Все, пока-пока. Извини, что я без приглашения. Я узнал, что ты заболела, вот подумал. Продукты тебе купил. Проходи. Спасибо. Да. Привет. Привет, мам. Эти анкеты я разобрала, положила файлы. Эти распечатала и разложила по папкам. Тебя здесь черт ногу словит. А это что такое? Клиент принес. Странный. Знаешь, они как заговорились. Приходят искать жену, хотят жениться на тебе. Мам, ты помнишь Сережу? Тебе пора забыть этого Сережу. Если бы не он, ты бы уже давно замуж вышла и была бы счастлива. Плюнула бы на это агентство и детей бы растила дома. Ладно, пойду я ребенка угощу. Вообще мне клубнику нельзя. Нет, почему это? У меня на нее аллергия. А почему ты мне раньше об этом не сказал? Подожди, а как оно проявляется, это твоя аллергия? Я когда маленький был, пятнами красными покрывался. Мама говорит, что если ее переесть, то я могу задохнуться.
У тебя совсем чуть-чуть. Я еще ее не переел. Знаешь что, с этими вещами не шутит. А откуда ты узнал, что я болею? Ты не поверишь. Твой любимый Подковыров. Так. Подбегает после занятия, говорит, русского не было. А ты ангиной заболела. Телефон твой просил. Я не дал, конечно. Он тебе так привет передал. Ну-ка, ложись. Накрываемся. Забавно. Он успехи делает, спряжение различает, даже стихи учит. Скоро писать начнет. Влюбился в тебя. Точно. Вот, держи. Только осторожно, маленькими глоточками, может быть горячо. Спасибо. Олег, такая ситуация, мы больше не будем заниматься вождением. Тише. Теперь разговаривать нельзя, голос совсем потеряешь. Я же не оперная певица. Кто твоих учеников учить будет? Они тебя ждут, не дождутся. Владик. Владик, да ты чё? Господи, боже мой! Владик, не пугай меня, пожалуйста! Владик, хороший мой! Ой, что ж делать-то с тобой? Так, на бок, наверное. Так. Я сейчас за своей мамой схожу. Нельзя же столько клубники давать. Это же аллерген. Я просто идиотка, я у него не спросила. Что у вас происходит? Горит весь. Все, я звоню в скорую. Это он клубнику ел? Он. Подвинься. Потерпи, малыш. Держись, дыши. Значит, жить будешь. Владичек, хороший мой, ты прости меня, пожалуйста, если бы я только знала. Что случилось? Да вот, выдала аллергическую реакцию, я ему преднизолон вколол. Преднизолон? У него что, отек? Да. Владик, ты ел клубнику? Это я дала, прости меня, пожалуйста. Мама, Ксюша не знала, что мне нельзя. Чтобы на пушечный выстрел ты к ребенку больше не подходила, поняла? Если ты не знаешь, что можно ребенку, а что нельзя, то не нужно ничего ему давать. Маленький. Пойдемте. С работы. А вы, пожалуйста, потише, она только уснула. Ты будешь мне рассказывать, что мне делать у себя дома? Она заснула. Только. Как мне? И что здесь делает этот коллега? Игорь. Нет, я спрашиваю, что он здесь делает?
Это Олег. Он накормил меня и принес молоко, мед. Как трогательно. Дайте ей поспать. Я-то дам. А ты сейчас пойдешь вон отсюда. Игорь, не надо. Ань, не волнуйся. Ты, главное, выздоравливай. Я специально отпросился у шефа. Жена, говорю, одна, дома, больная. Игорь. Что? Ну, а ты куда? Коллеги из Бельгии приехали. Надо кое-что обсудить. А ты надолго? Откуда я знаю? Игорь, мне кажется, что ты стал какой-то другой. Я тот же самый. А вот ты как раз-таки просто теперь слушаешь только своего папу. Здрасте. Здрасте, здрасте. Игорь. 100 лет жить будет. Немножко. А с Игорем что? Ничего. Ну как ничего? Я же видел. Да какая тебе разница вообще? Почему ты лезешь в это дело? Зачем ты это вождение придумал? Это все специально, да, чтобы его подразнить? Ничего я не придумывал. Никакой задней мысли у меня не было. Никого дразнить я не собирался. Я вообще не о нем думал, а о тебе, о твоем будущем. Ты сама сказала, что хочешь научиться водить машину. Я подумал, что тебе это пригодится в жизни. Вот и все. Я тебя об этом не просила. Теперь я его потеряю. Придет. Вообще-то ты мог бы сначала меня спросить, прежде чем с ним договариваться. А ты что, против? Не знаю. Может, ты против. Дядя Юра, привет! Привет. Давайте играть! Давай. Подожди, Владик, мне нужно дяде Юре задать пару вопросов, ладно? Иди поиграй пока один. Владик, иди. Я сейчас. Слушай. Ну, во-первых, расскажи, почему ты уволился. А во-вторых, почему Роберт сказал мне, что заводить романы на работе – последнее дело. Что ты там ему наплел? Почему он сказал, что ты уволился по-хамски? Ты прям как следователь по особо важным делам. Я просто хочу знать. Вообще-то я пришел с Владиком в футбол играть. Могу приступить? Нет, не можешь. Я хочу знать, что происходит у меня за спиной. Понятно? Я не хочу об этом говорить. Твое хочу, но мое не хочу. Что будем делать? Дядя Юра, давайте играть. А меня мама твоя не пускает. Мама! Владик, подожди. Или ты разговариваешь со мной серьезно, или меня и Владика ты больше не увидишь. Ультиматум – это путь в никуда. Хорошо. Владик, бери мяч. Пойдем, сегодня с дядей Юрой ты играть не будешь. Кать, ты не права. Пока. Пока. Если я говорю идти, значит нужно идти. Мама! Мам! Владик, отстань. Мам, зачем ты его обидела? Это он меня обидел. А кто у вас тут кого обидел? Иди домой. Иди домой. Все обидели всех. Почему Кречетов уволился? Это из-за вас? Он, конечно, не скажет, но я же чувствую. Что вы ему сказали? Или сделали? Да, мы с ним общаемся. Но вам какое дело? Кречетова я верну. Это моя вина. Я перед ним повинюсь и попрошу забрать заявление. Я не прав. Захотел, уволил. Захотел, вернул.
Зачем вы лезете в чужую жизнь? Да ничего у меня не получается. Вообще ничего. Хотел помочь своим детям, только все испортил. Они даже одинаковыми словами говорят об этом. Что я влез в их жизнь и все там переломал. Не успел дочерей найти. Сына потерял. Для девочек вы сделали все, что могли, и дальше сложится, как сложится. А вот Митю... Митю, вы должны сказать о своей болезни. Иначе он всю жизнь будет себя корить. Мы со Стасом уходим. Вернемся утром. Куда? В ночной клуб. Как он называется? Фас. 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 А можно мне с вами? Нет, конечно. Дядям до 18 вход строго воспрещен. Знаешь, что такое фейс-контроль? Мне ребята в школе рассказывали, что они ходили. И ничего, впускают. Я хотел хоть раз посмотреть. Так, все. Готово? Пойдем? Послушай, там нет ничего познавательного. Какой ты у меня хозяйственный, а? Загляденье. Ну, кто такой загляденье у меня? Идем. Ксения Кравец? Кравец. Из 18-го отделения полиции беспокоят. Вот тут у нас задержанный Дмитрий Шатов. Находился на улице после 23 часов. Сведения о родителях давать отказывается, но утверждает, что вы его сестра. В кармане у него визитку вашу нашли. Адрес говорите. Брачное агентство, значит. И что? Любой может обратиться? Вы в первую очередь. Я-то почему? Ну как? Ведь моя полиция меня бережет, так? Каждой женщине очень хочется опереться на крепкое мужское плечо. А это ваш брат, значит? Да, мой любимый, единственный братишка. А фамилии? Почему разные? Вам рассказать, сколько раз я была замужем? Митенька, может, мы пойдем уже? А у нас так не делается. Подросток, ночью, один.
Без присмотра. По закону это... Совершенно забыла. Простите. Простите, ради бога. Услуги нашего агентства стоят очень недешево, но для вас совершенно бесплатно. Звоните, приходите, мы составим вашу анкету, опишем уникальные качества. Ведь вы же и красивый, и умный, и веселый, и благородный, мужественный, какой надежный мужчина. Мам, ты спишь? А ты чего не спишь? Помиришься с Юрой? Откуда вдруг такая любовь к Юре? Почему любовь? Я люблю тебя и папу. Но Юра тебе нравится. И ты ему тоже. Помирись. Иди спать. Полиция он был. Не ори. Я просто пройтись хотел, воздухом подышать. Но и меня задержали. Это типа его вызволило. Молоток. Спасибо. Да, я молоток. Тихо-тихо. И сын твой молодец, что визитку мою сохранил. Жаль, вот только тебя похвалить не за что. Ксюш, ну мама, то есть Надя, она не знала. Я ей обещал, что спать лягу. Вернулась, и тебя нет, у нее ничего не шевельнулось. Слышь, ты не хами. Не надо меня учить. Папе своему будешь такие песни петь, ему может понравиться. А ты в следующий раз будь на связи. Телефон нужен, чтобы звонить, не играться. Дверь закрой. Поехали домой, а? Мой дом здесь. Ладно, живите, как хотите. Но если что, звони мне в любое время дня и ночи, понял? Очень романтично. Старый друг назначает встречу летним утром в сквере. Кстати, вчера услышал много приятных слов от твоей дочери. Давай, теперь твоя очередь. Юр, вернись на работу. Да? А зачем? Чтобы опять слушать, какая я сволочь, бабник, проходимец. Ну ладно. Я был неправ. И в чем конкретно ты был неправ? Во всем. Я беру свои слова обратно. Юра, я прошу тебя. Пожалуйста, прости меня. Спасибо. Нет, Илья, извините. В нерабочее время я с клиентами не встречаюсь. Угу. И вам всего хорошего. Мам, ну так нельзя. Вчера весь день проплакала. Сегодня он как неживая. Это Роберт как неживой. Господи, какой же он был несчастный все эти годы. Вот именно. А вы с папой какие счастливые. Знаешь, как я вами гордилась все время. Особенно, когда у нас с Сережей. Думала, вот бы и мне так. На всю жизнь.
Забудь ты уже этого своего Сережу. Мам, что со мной не так? Все с тобой так. Смотри, сколько у тебя ухажеров. Все у тебя еще будет. А вот у меня уже ничего. Мам, возвращайся к папе. Он так тебя ждет. Ну что, будем завтракать? Я могла бы встать и приготовить все сама. Аня, ну хватит дуться. Посмотри, что я тебе принес. Давай. А? Я сама. Пойду полоскание тебе сделаю. Привет, дорогая. А где вы едете? Ну, хорошо. Записывай адрес. Ясно, проезд, дом 17, квартира... Дом 17, квартира 232. Жду. Что ты делаешь? Елена с Ларисой едут. Сегодня вечером в Грецию улетают вместе с нашей общей подругой. Я сначала думал, что они к этой Маше поедут, оказывается, решили приехать посмотреть, как я тут устроился. Давай, собирайся быстрее, через полчаса они будут здесь. Куда я должна собираться? Я тебя прошу, ну как, куда? К соседям. Давай, одевай тапочки. Ну как ты себе это представляешь? Слушай, я понимаю, что ты болеешь, но куда я их еще позову? Давай, я тебя прошу, давай. Давай, 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 давай. Слушай, мам, то есть, Надь, а почему вы с отцом расстались? Он ведь наверняка любил тебя. Ну да, наверное. Любил, как-то по-своему. Не знаю. Да там, на самом деле, все просто было. Так же, как с тобой. Тотальный контроль. Туда не ходи, это не делай. А потом, когда ребенок родился, ну, то есть ты... Выяснилось, что няня и папа знают все лучше меня. Вот, я почувствовала, что я пустое место и ушла туда, где была нужнее. Ну, в общем, я пошла. Все, давай, пока. А можно я с тобой пойду? Зачем? Может, меня тоже массовку возьмут. Вместе весело будет. Ну вот еще. Зачем ты мне там нужен? У меня там дела свои, отношения. Ты мне там только мешать будешь. Ну, Надь, если я все время тебе только мешаю, можешь мне к отцу вернуться? Че, с дуба рухнул? Ну, я же вижу. Зачем ты тогда вообще меня позвала? Потому что я без тебя никак. Вообще, понимаешь? Только попробуй туда вернуться. Чем пахнет? М? Мамой. Давай. Давай, в следующий раз возьму. Обещаю. Пока. Не грусти. Здравствуй, дорогой. Здравствуй. Привет. Привет, девчонки. Привет. Привет, дочка. А где чемоданы? В камере хранения. Не таскать же их с собой. Что-то ты ужасно выглядишь. Да ну, это у нас загородный корпоратив. Пойдемте. Что, шалим? Ну что ты, я бы с радостью. Да только возраст уже нет. Так я тебе и проверила. Держи. Выпей с малиной. Спасибо. Вы меня простите, все так неловко вышло. Что ты, ты главное выздоравливай. А мне даже приятно. Хоть кому-то нужна. А что происходит?
Ксюша, извини. К Игорю. Игоря знаешь? Наслышана. Ну, в общем, к нему жена с дочкой приехали. Они ненадолго, они до вечера. И он решил в срочном порядке Анечку депортировать. Ксюш, если вдруг к тебе клиенты придут, я могу и в ванную пойти. Лежи давай, мерзавец! Ксюша, ну, не надо. Слушайте, а ничего хатка-то? Да, вполне. Игорек, чаек готов? Конечно, дорогая, несу. Пожалуйста. Красиво. Мне нравится. Садись. Соскучился. А зачем тебе мед в такую жару? Мед? А, в магазине по акции предложили. А что, со скидкой? Дешево, надо брать. Налей, пожалуйста. Да, конечно. Ладно, мед. Папа, зачем тебе большой словарь синонимов и антонимов русского языка? Приз. Приз на корпоративе выиграл за бег в мешках. За бег в мешках? Словарь синонимов? Да. Представляешь, секретарша шефа покупала. Дура дурой. Видимо, решила, что одеколон или ручки там, это банально. Решила выпендриться. Это что? У нас одна сотрудница за перетягивание каната выиграла набор «Юный химик». Анечка, не плачь. Температура повысится. Я знаю, он иначе не мог. Да все он мог! Что ему мешало сказать, что он весь день на работе? А если бы они ключи попросили? Это просто невероятно. Ты его готова защищать даже в этой ситуации? Что вообще у женщин в голове, а? Мам, ты меня спрашивала, почему я не замужем? Вот поэтому. Все, мое терпение кончилось. Ну, Ксюша, ну куда ты пойдешь? Ань, извини. Ксения, какая приятная неожиданность. Если ты, сволочь, немедленно не прекратишь этот балаган и не спровадишь своих баб к чертовой матери, я тебе такую неожиданность устрою. Ксения, я понимаю, что я причинил вам некоторые неудобства. Ну, пожалуйста, ну войдите в мое безвыходное положение. Игорь, что там? Секундочку. Леночка, это газовщики! Газовщики, значит? Или через 10 минут этих твоих баб здесь больше не будет, или я займусь этим лично. С экскурсией в мой офис. Тебе все ясно? Иду. Девчоночки, а че это вы здесь в духоте сидите? Может быть, пойдете погуляете? Посмотрите Москву, красавица. Оттуда сразу к Пашке. Ты нас гонишь? Девчонки, ну что вы у меня свет в окошке. Но мне все равно на работу пора. Так вместе выйдем, нет? Да. Газовщики пришли плиту проверять. Пошли на верхний этаж, скоро вернутся. Ну что с ними здесь толкаться, время зря терять. Вон погода какая хорошая. Мам, пойдем. Пойдем. А он пусть сам здесь решает свои бытовые проблемы. Проблемы два, это пока ничего, прошло, все нормально. Екатерина Семеновна, подождите. Как ваше самочувствие? Как видите, бегаю. Нога совсем не болит? Совсем. Я со счета сбилась, сколько шагов в день делаю. Скажите. Когда вас выпишут? Угу. Завтра я позвонила уже вашему сыну, в 12 вас заберет. Ой, Катенька, спасибо большое. Не за что. Вы, пожалуйста, выздоравливайте и больше двигайтесь. До свидания. Спасибо. Ой, ну вот. Спасибо, тетрадь. Спасибо, Ксюша. Ничего не забыла?
И извините еще раз. А ведь тоже, между прочим, была любовь. Мам, поехали домой, а? Здравствуйте, Екатерина Семеновна. Добрый вечер, Юрий Сергеевич. Что, дела сдаете? Да нет, наоборот. Возвращаюсь, так сказать, в строй. Ах, вот как. У вас получается что? 7 пятниц на неделе? Это не у меня. У вашего батюшки 7 пятниц на неделе. Ну что ж, желаю вам удачи. Спасибо. Вашими молитвами. Ты можешь хотя бы сейчас объяснить, что происходит? Могу. Производственная необходимость. Ночное дежурство. Что ты пришла. Римма сказала, ты в парке гуляешь. Да, она отправила меня дышать свежим воздухом. Как ты себя чувствуешь? Получше, спасибо. Пап, я хотела попросить у тебя прощения. Мне кажется, я тебя очень обидела. Прости меня, пожалуйста. А я не обиделся. Ты все говорила правильно. А я вот поняла, что это ты говорил правильно. Ах, вот как. Как же ты поступишь? Ну, у тебя же решительные дочки. Да уж, скорее да, чем нет. Знаешь что? Я любое твое решение приму как свое. Я с тобой. Спасибо. В общем, пап, спасибо тебе, что отпустил маму у меня пожить. Ты знаешь, она мне очень помогла обустроиться там. Ну, это мать может. Нет, правда, без нее у меня полный бедлам был бы. Мам, спасибо тебе большое. Да ладно. Что мы тут все притворяться будем? Дурой была. Думала, живем и скучно с тобой. А посмотрела на Роберта? Да-да, на Роберта. Вслух схожу. И не боюсь, и вы не пугайтесь. Как посмотрела на него, подумала, какие же мы с тобой счастливые, Коля. Всю жизнь вместе прожили. Вон какую дочку вырастили. А помечтать никому не вредно. В облаках полетать, а потом на землю спуститься. Такие слова можно все простить. Ладно, ладно. Я и сам не сахар. Я вообще кошмар. Зачем нам сахар? Вот зачем нам сахар, когда рядом родные люди? Вон, Роберт родных людей по сусекам наскрести не может. А мы какие богатые. Стекаем.
Девки! Я смотрю, ты выздоровела. Почти. Это что такое? Это твой чемодан. Анюта, опять? Сколько можно делать одни и те же глупости? Глупости я сделала 3 года назад, когда осталась с тобой на даче. Боже. Как я устал от этих всех разборок. А я тебе что, разборки когда-нибудь устраивала? Ну, а сейчас это что? Ну, сорвался, перенервничал, но это же не повод-то. Игорь, дело не в этом. Просто я решила с тобой расстаться. Ты уже решала, когда уезжала в Москву. И что потом? Аня, ну это мазохизм. Тебе ведь самой потом будет плохо от этих решений. Ведь ты меня любишь. Все. Владик пропал. Пойдем, 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 пойдем. Когда ты звонила ему последний раз? Когда ты с ним разговаривала? Я звонила. Нет связи. Вот. Надо, наверное, звонить в полицию. Да какой звонить? Надо ехать. Нет, вот ехать как раз никуда не надо. Я сейчас позвоню Юре. У него приятель работает в полиции. Катя, сядь, успокойся, перестань метаться. Алло, Юра, у нас Владик пропал. Сколько времени назад? Ну, я думаю, 2-3 часа. Фотографии его, да, есть, я тебе пришлю ее сейчас. Понял тебя. Да, мы дома ждем. Звони обязательно. Пока. Что он сказал? Говорит, чтобы мы сидели дома. И ждали, что полиция сделает все, что возможно. Дядя Юра, я вам все потом объясню, когда вы приедете. Только не перезванивайте мне, я сейчас опять телефон выключу. Владик, ты обалдел, ты где? Тут станция метро недалеко, университет. Какой университет? Представляешь, который сейчас мама тебе ищет? Ну вот, а вы найдете. Значит так, подходи ко входу в метро и жди. Я буду через 20 минут. Хорошо, я понял. Он что, не мог нормально написать? Что значит нашел и все? А где нашел? Как нашел? В каком он вообще состоянии? Это я во всем виноват. В чем ты виноват? Ну, Владику, наверное, надоело, что я все время со всеми ссорюсь. Что я стала невыносимая? Ну, скажи, я стала невыносимая, да? Со мной что, невозможно находиться рядом, да? Почему, Катя? У тебя же на работе все хорошо. Пациенты тобой довольны, коллеги тоже. У меня к тебе никаких претензий нет. Значит, все возможно. Ты слишком много взвалил на себя забот. Разберись с ними. Оставь только те, которые необходимы для жизни. Не могу я так сидеть. Пойду их встречать. Извини, телефон сел, не успел тебе сообщить. Владик, господи, где ты был? Скажи мне, где ты был? Как ты его нашел? Это было нетрудно. Ладно, спокойной ночи. Спасибо за помощь. Мам, ты же специально все придумал. Что придумал? Ну, как будто я потерялся, дядя Юра меня нашел. Чтобы он героем был, и вы помирились. Горе-то мое. Ты знаешь, что мы с дедушкой чуть с ума не сошли, пока тебя искали.
Так. На, держи. Стой здесь, никуда не уходи. Юра! Юр! Спасибо тебе. Видишь, какой он дурачок, да? Ты хотел, чтобы мы с тобой помирились. Ну, прости меня. Я знаю, у меня ужасный характер. Что есть, то есть. Да, тебе дома надо лежать. А я почти выздоровела, и температуры нет. И потом ты сам сказал, что ребята по мне соскучились. Соскучились, здрасте. Правда? Здравствуй, Эдик. Анна Робертовна, вы поправились? Да, спасибо. Ну, идите, идите, я вас догоню. А, и у нас сегодня новая тема. Синонимы, антонимы и омонимы. Хорошо. Хорошо. Олег, а мы могли бы продолжить наши уроки? А то скоро экзамен, а с парковкой у меня никак не получается. С удовольствием. Хоть сегодня. Ну, значит, тогда после занятий? Вчера не позвала Юру к нам. Ешь. Я вообще после вчерашнего не хочу с тобой разговаривать. Я ж хотела как лучше. Ладик, я на работу опаздываю. Мам, а вы помирились? Помирились. Давайте тогда сегодня все вместе в боулинг пойдем. Нет, Владик, мы больше вместе никуда не пойдем. Ты же сказала, помирились. Да, помирились, но расстались. Так бывает. Мам, ну как? Влад, ну что как? Ешь. Разбежимся без этих твоих спектаклей. Ладно? Я понимаю. Она молодая, симпатичная. Ты увлекся, мне ее папа богатенький. Я не увлекся, Надь. Я ее люблю. Чего? Я вообще первый раз от тебя это слышу. Ну, значит, я никогда никого не любил, а теперь полюбил. Такое бывает. Может, ты еще женишься на ней? Может быть. Знаешь, а я тебя никуда не пущу. Ты-то, может быть, и влюбился. Но она-то. И она тоже, Надя. Подожди, ты понимаешь, что никогда никакие девушки не будут тебя любить так. Надя, спасибо большое, но твою любовь на хлеб не намажешь. Ты ведь это понимаешь? Так будут деньги, я же говорю, надо немножко подождать. Будут деньги, я обещаю, будут. И тогда мы откроем кафе, как я и говорила. И ты будешь читать свои стендап-шоу. Там у нас будет полно народу. Надь, ну эту песню я уже слышал, ну честно. Ведь тебе твоя знакомая медсестра говорила, что у Роберта последняя стадия, и что ему долго не осталось, и что он скоро копыта отбросит. Ну хватит, пожалуйста. Как ты можешь? Я просто говорила, что у него можно попросить. А что ж ты до сих пор не попросила? Все Митиного наследства ждешь? А он все здесь ошивается, глаза мозолит. А Роберт все никак не помрет. Класс, Надь.
Через Митю свое наследство ты еще не увидишь. С превеликим удовольствием! Когда все закончится, позвони мне, пожалуйста. Да? Хорошо, если руки трястись не будут. Чего больше? Чего? Ты же столько раз в своей жизни сдавала экзамены. Сначала в школе, потом в университете. Не бойся ты, ну какое это вождение. Сдашь? Не вождение. Здравствуйте. Здравствуй. Привет. Аня у нас сегодня экзамен по вождению сдает. Боится. У меня все в порядке. Да. Ну, неплохо тогда. Я на работу. Пока. Счастливо. Папа, ну мы тоже пойдем. Удачи тебе. Спасибо. А вы с нами не поедете? А я не люблю ситуации, на которые не могу повлиять. Ясно. Спасибо. Ладно, пока. До свидания. Папа! Папочка, что? Тихо. Все хорошо? Что? Все хорошо? Да. Нет, повыше надо сесть, ага. Вы поезжайте. Я тут посижу немножко. Это у меня бывает. Испугалась. Ой, сознание. Потеряла сознание. Держи волю. Так, держи голову. Держи голову. Я позвоню в скорую. Так. О, Катя звонит. Катя. А, Катя. Аня, что-то папа мне сегодня не понравился. Не оставляй его одного. А, он сознание потерял, Катя. Вы еще во дворе? Да, что нам делать? Ведите его в клинику, не теряйте ни минуты. Я тебя поняла. Так, мы едем в больницу, Катя. Хорошо? Да, хорошо. Митя. Митя! Папа! Папа! Что с тобой? Давай, помогай. А может быть, все-таки вызовем санитаров? Сами справимся. Ну-ка, держись. Я не хочу, чтобы он уходил. Слышишь? Я с тобой. Держись. Вот он. Давай. Что? Папа. Все хорошо, Катя, дайте мне поговорить с Митей. Да. Митя! Да. Хорошо, ты успел. Спасибо тебе, сынок. Прости меня. Нормально все. За главного остаешься. Придется тебе повзрослеть. Поскорее. Митька. Я тебя очень люблю.
Кать. Так, давай в сторону. Олег, помоги. Спокойно. 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 Раз. Взяли. Вот, посмотрите, пожалуйста, может, что-то еще добавить нужно? Так. Я добросердечный, угу. С чувством юмора, немного застенчивый. Да? Простите, это вы о ком? А это и не для себя, это для брата своего двоюродного. Представляете, мы с ним с детства не виделись, они в другом городе жили. А тут он меня нашел, я так обрадовалась. И он оказался прям такой родной-родной. У меня родственников немного. А он не женат и не везет ему что-то. Вот я и решила помочь. А что, за другого человека нельзя? Почему? За родного можно? Спасибо вам огромное. Вы уж помогите ему, пожалуйста. Так хочется, чтобы у брата было все хорошо. Постараемся. Спасибо. Простите, пожалуйста. Будем с вами на связи. Всегда. Алло. Ксюш, это Аня. Папе плохо. Мы все тут в клинике. Приезжай. И Владика возьми с собой, пожалуйста. Он дома. Все, мы едем. Едем. Ничего. А можно мы к нему? Нет. А мне можно, я же врач. Сейчас ты просто дочь. Ждите. Что случилось? Вы чего молчите? Ксюша, он в реанимации. В реанимации? А что с ним? У него рак. Последняя стадия. Подожди, а ты все знала? Ты знала и молчала? Он так хотел. Я что, его больше не увижу? Что? Я что, опоздала к папе? Нет, я... Тихо. Мы сейчас рядом. Это самое главное. Отец это чувствует. Так. Ножи и вилки всем положили. Сейчас посмотрю. Раз, два, три. Катюш, слушай. Да, все есть. Вот. Роберт проснулся. Кать, кормить не пора? Кормить его через 40 минут. Все у тебя по расписанию. Давай я уложу. Да, все по расписанию. Садимся за стол. Давай, положите. Год. Ровно год, как с нами нет Роберта. Он очень хотел, чтобы его дети не повторяли его ошибок и разбрасывались с близкими людьми. Сегодня его родные вместе. Я надеюсь, больше никто никого не потеряет. За Роберта. Здрасте, извините. Кажется, опять опоздали. Берите пока. Ну, как раз вовремя. Я не могу пока. Ты поешь. Владик, ешь.
А то что ты будешь там у папы есть? М? Рыбу, которую вы поймаете? А Владик завтра к папе едет? Да. Вы знаете, сколько рыбы мы за его за тот отпуск наловили? Вот столько. И сейчас наловим. Смотрите, какой молодец, уже совсем взрослый, все понимает, молчит. У меня получается. И вам пора, маленькая. Мы занимаемся этим вопросом. Юр, дай мне часы. Ребята, а чего мы сидим? Сейчас телевизор будет передача, а Ксюша? Нет, нет, ребят, перестаньте, пожалуйста. Не, ну, пожалуйста, пойдемте посмотрим. Перестань, пойдем посмотрим. Итак, наша героиня Ксения Кравец основала благотворительный фонд «Найди меня». Вот уже полгода она работает с людьми, которых развела жизнь, и помогает найти друзей и родственников. Ксения, здравствуйте. Добрый день. Скажите, Ксения, что заставило вас бросить успешное и прибыльное брачное агентство и заняться благотворительностью? Просто в один момент я поняла, что в жизни нет ничего важнее близких людей. И тот, кто утратил связь с близкими, он потерял какую-то очень важную часть самого себя. Но вы знаете, что самое главное? Никогда не поздно все исправить. Хорошо сказал. Роберту бы понравилось.